знать точно, кто сказал, что нельзя все изменить самой, стать совсем другой. Знаешь, я и боюсь минус на плюс, нужно менять срочно. Это мой новый мир, и он открыт любви. Это личная территория, любовь моя вселенная. Нет ветла, нет ты и я, две силы притяжения. Мне невозможно жить, любовь моя. Еще мне желать, только бы знать, что ты сейчас рядом. И не важно для нас, который день и час, солнце или дождь, утро или ночь. Любовь моя вселенная, мне две планеты, ты и я, две силы. Светлана Логвиненко и ансамбль танца «Туранжер». Аранжировщик Виталий Цисарь. Ваши аплодисменты. Добрый вечер, дамы и господа. Давайте поприветствуем друг друга бурными аплодисментами. Армысыздар, ыстық ықыласты көрермен. 8-ші наурыз ер азаматтардың назарынан тыс қалмайтын мерекелердің бірі. Осы күнді ақшашты қариядан бастап жас жеткіншектерге дейін асыға күтеді. Бұл күн отбасы мерекесімен. Ұйтқысы болып табылатын біздің аналарымыз, жарымыз, әпкелеріміз бен қарындастарымызға жарқын көңілмен жақсылық тілейтін күн. Сіздер өздеріңіздің ізеттіліктеріңізбен, сыпайлықтарыңызбен өмірді шуақтандырып, жақындарыңызбен туысқандарыңызға жылу сыйлайсыздар. Аяулы арулар. Вновь начинает свое шествие по всей необъятной нашей стране крепкие и очень красивые традиции празднования Международного женского дня 8 марта. Вся мужская половина исполняет свои сердца добром, щедростью и нежностью
своим родным, любимым женщинам. Милые наши дамы, собравшиеся в этом зале, разрешите от всей души поздравить вас с этим прекрасным праздником и пожелать вам крепкого здоровья, стойкости и терпения, а также всего самого-самого хорошего. С праздником, милые дамы, с Международным женским днем 8 марта! Мы очень рады видеть вас в этом прекрасном зале. Свое настроение дарит вам дуэт «Ла Скала». Встречайте! Qui non torna più dal giorno che si è andata via ed il cielo ha smesso di giocare con le stelle e con la luna le nuvole sono ferme qui come lacrime che non cadono. Ла Скала, хурмет хошумет тереңіз. С праздником, милые дамы! С праздником! Сахнада Адемау би ансамбля, көркемдік жетекшісі Расима Сучкова. Қарсы алыңыздар. Thank you.
превзойденные великолепные танцы от ансамбля казахского танца «Адимау». Мы идем далее, и свое весеннее настроение дарит вам Асхат Таушев. Мы продолжаем радовать вас песнями и танцами. И свое выступление дарит вам группа «Меломикс». Встречайте! Баянсың ба, жібексің бе, еліксің белгімсің. Әміріңді жүрекке жеткіз алмай жүрсің. Менде үлкен арман бар, білмейдіндер білсін. Сол арманға жетуге сен жетіспей тұрсың. Сен жетіспей тұрсың. Сен жетіспей тұрсың. Сен жетіспей тұрасың, жалғыз өзім қалсам. Сен жетіспей тұрасың, бір ортаға барсам. Неге деді сыйлаға жүрегімді алсаң. Бір жетісіп қаламын, сен жанда болсаң. Бір жетісіп қаламын, сен жанда болсаң. Сенің ақылын жеткізуге сезімді менде жетер батылым. Құрметім ол өзіңмен кетем бе көрме еш құрмет. Мынау бір кем дүниеде жетісіп жүрген ешкім жоқ, ешкім жоқ. И қошеметтеріңіз болса. Шым жетуге жетпей жүрме шаман. Күз жетпейтін көркім бар, сөзде жетпес оған. Қолдан келсе бір күні қол жеткізем саған. Қол жеткізем саған. Қол жеткізем саған. Сен жетіспей тұрасың, жалғыз өзім қалсам. Сен жетіспей тұрасың, бір ортаға барсам. Нең кетеді сыйлаған жүрегімді алсаң. Бір жетісіп қаламау, сен жанымда болсаң. Бір жетісіп қаламау, сен жанымда болсаң. Қалдым ау өзіңе, жетеді сенің ақылың, жеткізуге сезім.
жетер батылым. Құрметтің мауызың мен, кетен бе көрме еш құрмет. Мұнау бір кем дүниеде, жетісіп жүрген ешкім жоқ, ешкім жоқ. Рахмет. Баршаларыңызды, мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтай отырып, барша аруларымызға, қыздарымызға келесі тамашанды қабылдаңыздар. Шапалақтарыңыздан, қошеметтеріңізден аямай отырыңыздар. Қайыр құрметті достар, көңілдіріп отырамыз. Қолдарыңыз көрпей. Билеп отырайықшы. Мереке қарсаңында. Қазақ қыз деп жасалады әншім бедетің Жырласам аянбай, Қыжыбек баяндай Ғаламдайын сұлу Қазақ қыздарына Қара шашын сән береді тарам-тарам-там-там Қимылыңнан айналайын парам-парам-пам-пам Қайындай оралған, қыпша бел боралған Ғаламдайын сұлу Қазақ қыздары Меламикс. Дамы и господа, встречайте на сцене ансамбль танца «Туханжер», художественный руководитель Максим Танков. Ха!
ғасырлардың жалғасы, өнердің асыл арнасы, бабадан қалған мұра бол, қазақтың қара жорғасы. Непревзойденное исполнение, яркие номера. Все это ансамбль танца «Туганчер». Дамы и господа, вы заметили, что сегодня небо стало выше и светлее, а сугробы постепенно то наполняются, то постепенно исчезают. И каждый день иногда нам улыбается весеннее солнце. А в воздухе витает что-то такое необъямое, такое радостно счастливое и светлое. Вы это заметили? Замечаете? Если заметили, поаплодируйте, пожалуйста. Наконец-то мы дождались. К нам приходит весна. И вновь засеют улыбки, а сердца откроются любви. Ну а свою любовь в песне дарит вам Светлана Логвиненко.
жила, как жила, чудес не ждала, в сказки не верила. Все решала сама и все своей мерою мерила. Но как звезды сошлись, нас с тобою нашли и свели в один час в этой одной точке земли. Случается не зря, линии рисуются, занимается заря, я иду счастливая, потому что я твоя, я твоя любимая. Все зима унесла, дни без тепла, ночи бессонные не встречают меня больше дома окнами темными. Все, что было со мной, то прошло стороной. Мне теперь хорошо и так тепло рядом с тобой. Занимается заря случается не зря, линии рисуются, занимается заря, я иду счастливая, потому что я твоя, я твоя любимая. Светлана Логвиненко, құрмет, қошеметтеріңіз. Сіздер үшін арнайы өз өнердерімен сахнада Алма Банных және Мұрат Бекжанов. Қарсы алыңыздар. Все чаще вижу я, то на хору, то на бегу. Считают все друзья, что я лишь тень твоя, но быть я тенью не могу. Я за тобой, как за стеной. Но разве нам любви нужна стена? Цветет малина за окном и тянется ко мне дурманом розовой мечты. Цветет малина за окном в таком же сладком сне, ко мне не раз тянулась ты. Цветет малина за окном и пусть цветет она твоим малиновым вином. Я за тобой. Когда, любимый мой, мне хочется
хочется порой поплакать о своей судьбе. То за тебя горой, то за любой стеной живет моя любовь к тебе. Я за тобой, как за стеной. Но разве нам любви нужна стена? Цветет малина за окном и тянется ко мне дурманом розовой мечты. Цветет малина за окном в таком же сладком сне. Ко мне не раз тянулся ты. Цветет малина за окном и пусть цветет она твоим малиновым вином. Я за тобой, как за стеной. На-на-на-на-на-на-на-на. Пусть цветет она твоим малиновым вином. Я за тобой, как за стеной. Дамы и господа, мы продолжаем концертную программу, посвященную вам, милые, прекрасные наши дамы. Встречайте вновь на сцене Светлана Логвиненко. Соковые черкальти.
Миди, это, ах, какая необычайно красивая, непревзойденная Светлана Логвиненко. Это аплодисменты в твою честь. Ведь во все времена женщина была не просто женщина, она была символом доброты, красоты и материнства. И недаром женщина и красота – это синонимы. И поздравлять женщин необходимо красиво. Так, чтобы каждое слово запало в душу, радовало, согревало не только сегодня, и во все остальные дни. Марат, ең күшті нәрсе не десе, әйелдің әмірі дерем. Әйелдің барлығын жердегі тәңірі дерем. Өз басым әйелді осылай бағалаймын. Өткені азаматтарды жарататын әйел. Ұлтты көбейтетін де әйел. Ұрпақты ұластыратын да әйел. Еркекті ер ететін де әйел. Бір сөзбен айтқанда дүниенің тірегі де әйел. Махаббаттың асыл нұры әйел. Өмір деген алтын сарай есігін күміс кілді әйел махаббаты. Тағы да әйел қауымдары сіздерді шын жүректен мерекелеріңізбен құттықтаймыз. Поздравляем, конечно же. Ты прав. Ну что ж, и к этому музыкальный подарок. На сцене квартет «Бельканто». Художественный руководитель Артем Кислощей. Қарсы алыңыздар. Thank you.
только яркие краски весны и только для вас, милые, прекрасные наши дамы. Ну что ж, ну а мы идем далее, продолжаем настраивать вас на волну позитива. Встречайте, свой подарок дарит вам Светлана Логвиненко. Любовь забыть нельзя.
По-настоящему весенняя песня в исполнении Светланы Логвиненко и Мухида Ахметова. А сейчас я хотел бы обратиться к нашим уважаемым мужчинам. Сегодня у вас есть уникальная возможность загадать самое тайное заветное желание. Ведь в этом зале присутствуют самые яркие звезды Петропавловска. Ведь не секрет, что все девушки как звезды. Встречайте, группа «Майами». Oh,
Ну что ж, друзья, давайте успеем посидеть. Давайте с нами. Позвольте вас поздравить с 8 марта и пожелать всего самого-самого наилучшего. Девы, девушки! Сиреневым бульваром по воскресным площадям ходят девушки такие, что не верится глазам. Не заметить невозможно их волшебной красоты, и одну из них увидит, про себя подумав. И вместе ты. Такие девушки, как звезды, что светят в небе до утра. Одну из них легко и просто влюбиться раз и навсегда. Но если ты обычный парень, тебе не светит никогда. Такие девушки, как звезды, такие звезды, как она. Такие девушки, как звезды, такие звезды, как она. Вокруг давно известно, ты не трус и не герой. Но девчонкам, если честно, не соскучиться с тобой. И отбросив все сомнения, ты шагнул к ней и сказал: я такой, как ты, не видел, но всегда о вас мечтал. Такие девушки, как звезды, что светят в небе до утра. Одну из них легко и просто влюбиться раз и навсегда. Но если ты обычный парень, тебе не светит никогда. Такие девушки, как звезды, такие звезды, как она. Такие девушки, как звезды, такие звезды, как она. Девушки, как звезды, звезды, как она. Девушки, как звезды. По сиреневым бульварам, по воскресным площадям ты идешь с такой девчонкой, что не верится глазам. И на сердце все вопросы говоришь с улыбкой ты. Кто сказал, что невозможно дотянуться до звезды? Дотянуться до звезды, до звезды! Такие девушки, как звезды, что светят в небе до утра. Одну из них легко и просто влюбиться раз и навсегда. Но если ты обычный парень, тебе не светит никогда. Такие девушки, как звезды, такие звезды, как она. Такие девушки, как звезды, такие звезды, звезды. Такие девушки, как звезды, что светят в небе до утра. Одну из них легко и просто влюбиться раз и навсегда. Но если ты обычный парень, тебе не светит никогда. Такие девушки, как звезды, такие звезды, как она. Такие девушки, как звезды, такие звезды, как она. Девушки, как звезды, звезды, как она. Девушки, как звезды, звезды, как она. Спасибо. С праздником вас. Группа «Майами». Вот смотришь на парней, и сразу захотелось лета. А вот хожу я за кулисами и задумываюсь над таким вопросом. А в чем же счастье? И знаете, я думаю, счастье – это умение радоваться каждому дню. Сенші медет, бақыт деген не деп ойлайсын? Марат, енді бақытты әр адам әр түрлі түсінет деп ойлайым. Не дегенмен де осы уақытқа дейін баршамыз түсінгенде болуымыз керек. Деніміздің сау болғанының өзі үлкен бақыт. Деніміздің сау болғанына арқау болып отырған, сол бақытымызға арқау болып отырған осы жердегі әйелдер қауымына тағы бір осында ерлер болса бір қошемет ұрып қойса. Все-таки ты прав, Медет. Здоровье прежде всего. А еще счастье – это когда рядом любимая женщина, которая ведет тебя, вдохновляет на все прекрасное. Ох, милые женщины, вы можете быстро решить любую проблему, просто заплакав. И при этом мужчина еще и будет чувствовать себя виноватым. Вам не обязательно приходить на свидание вовремя. Даже если ты опоздала на полчаса или на час – достаточно лишь улыбнуться и извиниться.
Дорогие мужчины, любите, цените и носите на руках наших очаровательных милых дам. Ну а мы идем далее. Встречайте на сцене Светлана Логвиненко. Және де туған жер би ансамблі. Құрмет қошеметтеріңіз. Қарсы алыңыздар. Хочу танцевать с тобой под музыку всех ветров, под пение белых птиц и тающих облаков. Хочу понимать тебя и только с тобою быть, и сердце в моей груди так хочет тебя любить. Музыка моей любви Қарсалыңыздар, сахнада филармонияның жас әншісі Бүркіт Жаңай. Отчего душа прижалась к сердцу не дыша? Отчего все реже чувства этим дорожа? Мир вокруг ломает судьбы, а часы спешат. Только не они за нас решают и вершат. Бьются в унисон сердца, и снова кругом голова, и словно птицы рвутся в небеса. На континенты, минуты, моменты наша любовь потискала, ждала и понимала. Просто будь рядом со мной, то, что зову я судьбой. И в этом храме звездопада мне ничего не надо.
ночь обнимет, окна замолчат, и любви признания, как мелодия звучат. Навсегда хочу я этот мир остановить. Я прошу рассвет, прошу тебя, не уходи. Бьются, бьются в унисон сердца, и снова кругом голова, и словно птицы рвутся в небеса. На континенты, минуты, моменты, наша любовь пути искала, ждала и понимала, просто будь рядом со мной. То, что зову я судьбой, и в этом храме звездопада мне ничего не надо, мне ничего не надо. Бүркіт Жанай. Свое выступление вновь дарит очаровательная Светлана Логвиненко. Боже мой, как легко утонуть в небесах, по вине глаз и рук. Хочешь, попробуй сам. Это как край земли, это как светлый сон. Слышит лишь голос твой. Это не просто слова.
Сахнада Данияр Кусанов, және де Адимау би ансамбля. Қарсы алыңыздар. Қарап тұрсам тағы өмірдің көп қойзаны, қызықтың алда бәрі, 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 бәрі. Қарап тұрсам тағы достарым өмір сәні, аман болсын бәрі, 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 бәрі. Жүрегім менің молодой, достарым менің золотой, бауырларым бар дорогой, башыңды қашап қой. Жүрегім менің молодой, достарым менің золотой, аман болып бәрін шабырқамай жанын, таусылмасын әнін құрбыл құрдастарым. Қуанышқа оралай, арамызда жырламай, билейікші кәне, аста, аста, оппа. Жүрегім менің молодой, достарым менің золотой, бауырларым бар дорогой, бақшыкен ғажап қой. Жүрегім менің молодой, золотой, бауырларым бар дорогой, башыңды қашап қой. Келбіре, келбіре, достарым, бұл өмір, бұл өмір, қасқағым жарқырап тұрсыншы. Непревзойденные наши дамы, мы желаем, чтобы в вашей жизни всегда был единственный золотой и душой молодой. Мы продолжаем. Встречайте на сцене ансамбль танца «Туганчер», художественный руководитель Максим Танков.
Хошумет, хурмет, дарыңыз, Света Лагвиненко, және де туған жер би ансамбля. Тағда айтқымыз келеді, бүгін кеше бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық тілей отыра. Барша әйелдер, арулар, қыздар қауымына айтарымыз жүздеріңізден күлкі кетпесін. Сіздер бақытқа лайықсыздар. Ну что ж, дорогие друзья, наша долгожданная встреча, к сожалению, подходит к своему логическому завершению. Я хочу, чтобы вы все соединили свои ладони и поблагодарили аплодисментами всех участников концертной программы, которые стоят на этой прекрасной сцене, за заряд и бодрость, которые они сегодня вам подарили. Милые наши прекрасные дамы, мы еще раз поздравляем вас с Международным женским днем 8 марта! Біз сіздермен қоштаспаймыз, келесі кездескенше, тек осы сарайда ықласпен, ыстық ықласпен кездесейік сіздермен. Здоровья, счастья и скорых встреч на наших концертах. Спасибо за внимание, до свидания!